Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы расскажем, как оформить заказ в Faberlic. Выбрать интересующий вас товар можно тремя основными способами. Через флеш-каталог, по артикулу, просматривая товары на сайте и по мере необходимости добавляя их в корзину покупок. В этом видео мы рассмотрим все три способа. Начнем с флеш-каталога. Для того, чтобы использовать этот способ, необходимо, чтобы на вашем компьютере был установлен Adobe Flash Player. Если он у вас не установлен, то система автоматически предложит вам его установить. Флеш-каталог абсолютно идентичен печатному, поэтому никаких отличий каталога на сайте и печатного нет. При двойном клике на каталог изображение увеличится, что позволит лучше изучить продукцию. Либо можно выбрать полноэкранный режим. Перелистывать каталог можно автоматически, просто нажав на соответствующую кнопку под каталогом, либо листать вручную. Причем можно сразу переместиться на нужную страницу, просто введя ее номер в раздел. Продукция, которая отображается на странице каталога, сразу доступна для заказа. Справа отображается список продукции, которая присутствует в каталоге. Если продукции на странице каталога более 4, то она отображается в виде списка, который нужно промотать вверх или вниз, чтобы выбрать нужный товар. Небольшой номер вверху продукции – это артикул, который поможет найти нужную продукцию максимально оперативно. Но про заказ по артикулу мы поговорим чуть позже. Выбрав понравившийся товар и нажав на кнопку «Купить», вы сможете прочитать краткое описание товара, отзывы о продукции, узнать количество баллов, которые вы получите за заказ этой продукции, и уточнить остаток товара на складе. Для получения более подробной информации о товаре необходимо перейти в раздел «Страница товара». Дополнительно вы можете добавить товар в избранное, чтобы затем быстро вернуться и посмотреть более детально понравившиеся товары. Также есть функция поделиться этим товаром в социальных сетях и мессенджерах. Выбранный вами товар отображается ниже каталога, либо в разделе «Корзина», в который можно перейти, кликнув на значок в правом верхнем углу экрана. Теперь вернемся к другим возможностям выбора продукции, а именно по артикулу и непосредственно на сайте. Ранее мы уже говорили про то, что у каждого товара есть свой артикул, по которому можно быстро найти нужный товар. Для возможности заказа по артикулу необходимо выбрать раздел в правом верхнем углу «Заказать по артикулу». Далее будет предложен выбор вариантов доставки. По умолчанию устанавливается тот, который указан при регистрации. Если необходимо его сменить, то необходимо выбрать один из двух вариантов – пункт выдачи или адресная доставка. Если по каким-то причинам приехать в пункт выдачи нет возможности, то необходимо оформить адресную доставку, в которой выбрать наиболее удобный способ доставки и курьерскую службу. Все логистические партнеры Faberlic – это крупные международные компании, которые предоставляют сервис отслеживания заказов онлайн, что позволит вам в режиме реального времени отслеживать местоположение груза. После того, как вы выбрали оптимальный способ получения заказа и проверили корректность контактного номера, система предлагает вам ввести артикул интересующего товара. Дополнительно есть опция добавить товары из избранных, то есть ранее просмотренных и отложенных как понравившиеся. Это значительно упрощает формирование заказа. Последний способ выбора товаров – это непосредственно листая страницы разделов сайта, где представлена продукция Faberlic. Удобная навигация позволит вам в один клик перейти в нужный раздел или подраздел. Перейдя в нужный подраздел, вы увидите список продукции. Кликнув на интересующий товар, откроется страница товара с подробным описанием и возможностью добавления этого товара в корзину. После того, как решение о выборе конкретных товаров принято, необходимо внизу экрана нажать на кнопку «Продолжить оформление заказа». После того, как вы нажали на «Оформление заказа», система переводит вас в раздел «Промо-акции». Именно в этом разделе находятся все промо-акции, которые доступны на текущий период в компании Faberlic.
Также в этом разделе вы можете узнать номер заказа, дату доставки, его вес и статус. Дополнительно можно изменить адрес пункта выдачи. Особое внимание при выборе обратите на график работы выбранной точки доставки и контактам для связи с отделением. Дополнительно можно изменить и личные контакты для связи, если по каким-то причинам текущие вас не устраивают. Подробнее о пунктах выдачи и контактной информации можно узнать в видео «Регистрация Faberlic», размещенном во всех официальных сообществах компании Faberlic. После того, как вы проверили контакты и пункт выдачи, необходимо выбрать текущие акции, которые вам наиболее интересны. Ограничения в акциях нет, то есть вы можете выбрать хоть все текущие акции. Выбор акций осуществляется путем нажатия на плашки с указанием тематики акции. После клика на плашку выпадает небольшой список, в котором представлено краткое описание акции. После того, как необходимые акции выбраны, их необходимо применить к текущему заказу. Для этого нужно кликнуть на кнопку «Применить изменения», которая расположена под всем списком акций. В ряде случаев система рекомендует дополнить заказ, чтобы была возможность получить дополнительные бонусы. Например, добавить несколько дополнительных товаров, чтобы получить большую скидку на всю продукцию. После того, как все интересующие акции применены, необходимо нажать на кнопку «Продолжить оформление заказа». Система сформирует окончательный список продукции, стоимость, дату и место доставки, вес. Еще раз удостоверьтесь, что пункт выдачи и контактный телефон указаны верно. Если все верно, то нажимайте на кнопку «Утвердить заказ», и система начнет его формировать. В течение 5-10 секунд в всплывающем окне появится информация о том, что заказ успешно сформирован и будет возможность оплатить продукцию. При необходимости можно распечатать бланк заказа, который затем предъявить на пункте выдачи. Нажимая кнопку «Оплатить», система предложит вам несколько вариантов оплаты. Компания Faberlic рекомендует пополнять свой личный счет, а затем проводить оплату заказа. Поскольку для пополнения лицевого счета есть гораздо больше возможностей, среди которых есть и без комиссии. Например, Сбербанк онлайн. Плюс данный метод позволит в будущем на порядок проще оплачивать заказы. Если по каким-то причинам пополнение лицевого счета невозможно, то есть возможность оплаты банковской картой. Все виды оплаты, вне зависимости от типа, максимально защищены и гарантируют сохранность ваших личных данных. После того, как заказ оплачен, система выдаст уведомление о прохождении платежа. После этого необходимо в указанный срок прийти на пункт выдачи и забрать свою продукцию. Предварительно вы получите уведомление в личном кабинете и мессенджере Viber о том, что заказ сформирован и находится в пункте выдачи. На этом обучающее видео «Как оформить заказ» на сайте Faberlic подходит к концу. Все возникающие вопросы можно уточнить в официальных, а не отмечены специальной галочкой верификации, сообществах компании Faberlic, у своего лидера или на сайте в разделе «Вопросы-ответы» или «Задать вопрос». Они расположены в подвале сайта на каждой странице. Ждите в ближайшее время новых обучающих видео. Чтобы быть в курсе всех последних акций, новинок и обучения, вступайте в официальное сообщество Faberlic. Желаем вам успешного бизнеса с Faberlic!